Ульяновск посетил новый полномочный представитель президента по Приволжскому федеральному округу Игорь Комаров. Знакомство с регионом он начал с градообразующего предприятия региона «Авиастара». В пункте окончательной сборки его взору предстали гордые «Аны» и другие самолеты, готовые к эксплуатации. Председатель правительства Александр Смекалин провел экскурсию для полпреда по местным индустриальным гигантам. Следующей точкой были цеха особой экономической зоны. Эта часть визита прошла в закрытом формате, но генеральный директор бизнес-кластера успел рассказать о промышленных новинках. В текущем году резидентом особой экономической зоны стали две компании авиационной отрасли. Это корпорация «Иркутск», центр кастомизации, и компания «Спектр Аэро» с проектом по строительству покрасочного центра для воздушных судов. В павильонах экономической зоны нашлось место и для медицины. Квадратные метры для китайской компании-изготовителя профильного оборудования уже готовы. В этом году азиатские гости уже заселятся на территории молодой региональной промзоны и внесут свои инвестиции в экономику Ульяновской области. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.